РСТК ДОСА на стадионе которого мы здесь, в общем-то, и проводим этот чемпионат ежегодно. В последние годы, так как еще один был стадион в Пинске, но, к сожалению, там уже чемпионаты не проводятся. Главный судья сегодня выступает традиционно уже на протяжении многих лет Дмитрий Гаврос. И секретарем является Татьяна. Зам главного секретаря, да? Татьяна Ильсюк, я думал, подбежала, хотел, чтобы ее тоже представили там, да? Сегодня буду работать. Так что, внимание! Запорожец поехал в Карпинск. Мы видели, как багер стартовал. Мое предпочтение. Ну, однако, буквально у него на шаге батарея здесь. Его все сверлить. На клинике мы видим багер цифры. Едет быстрее. Алексей пытается, конечно, ликвидировать. Судья показывает флагом, что гонщики уходят на последний круг. Да, на последний круг. И тут главным лидером, конечно, перемыслится где-то в метрах 40. Едет Максим Багель. Он уже может расслабиться. И спокойно финиширует. Мы можем поаплодировать Максиму. Автомобили специально подготовлены, которые под каркасы безопасности и гусь. Ну, показывает, что гонщики готовы к заезду. Внимание на старте. Первым, однако, из поворота выходит Геннадий Садовский. И вот разворачивается, все-таки разворачивается. Валера, что у тебя? Садовский без помощи его. Вот посмотри. Сейчас клуб пока. Продолжает лидировать за ЕЗЕ. Геннадий Садовский. Расстояние между ним и Вячеславом Панфиловым достаточно прилично, мы видим. Пока шла борьба между Панфиловым и Лапинским. И уехал подальше. И вот этот дел, который есть между ним и Панфиловым, мы видим, даже немножко увеличивается. И дальше увеличивается. Очень уверенно едет Геннадий пока. Геннадий Садовский остается победителем этого заезда. Два очка набирает свой копьютов. Можно поздравить Геннадия. Одно очко набирает Вячеслав Панфилов. Посмотрим, что со следует, скажи, мы с тобой набираем. Александр вперед и возглавляет этот заезд. А в том кончится еще вторым. Мы видим, соответственно, только три. Однако борьба за второе место, мы видим. Идет успешно. Один успешно уже второй, а видим проблема, когда это чисто.
Очень спокойно он проезжает. Слышу, как передо мной вот этим автодвигателем. Ну, Александр Алексеевич очень быстро идет хорошим ходом. И теперь удержаться важно, но не факт. Не факт, вот как это претендует, а претендует. Там практически чемпионата Гуркевич. И мало того, он приближается достаточно близко к нему для того, чтобы атаковать в повороте. Не удается пока Гуркевичу атака и остался круга для того, чтобы решить все или ничего. Вот такой сюрприз для Пагеля. Прикольно, что ему спили. Уехать за соперником, конечно же, это ухудшает обзор. И возможно, что вот это надо. На своем высоком уровне действительно Сергея Латвинского, который может показать все, что угодно и дать бой любому сопернику, даже выступая на чужом автомобиле. Поднимая круга пыли, Сергей Латвинский продолжает играть, несмотря на все фортунки Максима Пагеля. Вот это номер. И вот только еле-еле едет в круговой форпост. Уступил дорожку. Андрей Разбитки, проблемы. Остаются с автомобилем. Наконец, Алексей Новосюк. На последнюю вещи Вячеслав Панфилов. Ну и удастся ли там. А Валерий Алексей очень грамотно. Алексей прикрывает так. Но не получается в повороте, чтобы отжать слегка Алексея на вторую дорожку. Пока это не получается Панфилова. Ну вот это все-таки получилось у Панфилова. На выходе из очередного поворота сумел Вячеслав обойти соперника и возглавил заезд, и на последний круг он уходит крыльям. Вот так вот. Катятся колеса. На трассе автомобиль. Что удивительно, честно говоря, удивляет сегодня Багин. За лучшую милость квалификации, напомню. Пытается Багин достигнуть Садовска, пытается сократить это расстояние, но пока это не удается ему. Если подведет, то там возможно,
сравнению с сегодняшней пути сегодня. Ничего не получилось. Потому что автомобиль остановился. Да, на аплодисменты Геннадию Садовскому. Автомобиль оказался более конкурентным. Мало того, смотрите, как будет закрытый так уезжать баги. При помощи Садовского. Восьмой номер, это Бушмит. Вот такая взаимопомощь. У него в предыдущем же заезде за счет... Ну, если автомобиль не хочет ехать сам, вот да, надо же как-то убрать человеку помочь, а там есть... Дорожки. Ну он же улетел, поэтому а мы ему не объявили. А я из Багилю говорил. Закрытый парк. Предупреждал его, да. Да, вот этому вот предупреждение, которое заехал в восьмой бортовой. Вот такая, Садовский. Объяви, пожалуйста, закатывает автомобиль своего соперника в закрытый парк. Я хочу рассказать о том, что автошкола РСПК ДСАП осуществляет подготовку водителей всех категорий. 25 мая автошкола будет предоставлять услуги по переподгону, что-нибудь навязать, это интересно. Основная борьба была сейчас между Разбинским и Панфиловым. Вот, к сожалению, да, покинул. Андрей, что скажешь? Что случилось? Андрей, что случилось? Что виноват? Виновата была ситуация. Ситуация, да. Не рассчитал. Судя по всему, да, тут ситуация такая, что автомобиль, возможно, даже не поменяем сегодня уже больше, скорее всего. Ну, в этом инциденте, этот самый Разбинский сам виноват, он же был зачинщиком, да. Начал, и так, остался.
для того, чтобы уже немножко осталось дождаться. После еще есть первый. Кто из них станет самым быстрым? Удачно стартовал Папьюз, однако прилив, мы видим, ускоряется очень быстро, ускоряется Багелич. Первый поворот, он вводит первым, наверняка подписывает, нет? Удерживается Папьюз, стал на первой позиции. И сейчас прилив, отчаянно будут атаковать, опять, конечно же, Багель. Смотри, не получилось. Багель атакует снаружи и первым входит в поворот. Последним кругом отыграться Багель и обойти столпом пива. Не он держался, это все классно. Явно все напрямике. Максим Багель его ставил немножко быстрее. Ну, Юшкевичу пока сейчас, да, в этом же не было Юшкевича, идет только три. Так, ну, давайте поаплодируем Багер, молодец, появился, все лучшее качество бойцов. Алексей, мне кажется, надо было бы пока соперник залетел, пытался оторваться. Пока Алексей очень грамотно удерживает первую позицию в этом заезде, не давая сопернику обойти его. Это последний круг. Мышкой, наверное, слегка подучит спортсмена, а потом все объедет. Он просто предполагает так. Потому что как-то неимоверно быстро начал старт Гункевич, и позади едет Сергей. Показывал всем своим грозным видом. Да, в общем-то, что я решил сделать. Однако мы ее сбросился по раз чуть-чуть. Не только потому, что чтобы спокойно пройти поворот, но мне кажется, дает какой-то основной шанс. Играл в кошку мышки с Гункевичем. Да, нет смысла абсолютно налегать на педаль акселератора Сергея, потому как расстояние и так достаточно приличное, уверенное для победы в заезде. Главное, чтобы автомобиль подвыкнул. Сейчас это заезжает
аплодисменты Сергею. Очевидно, заезд победный. Сейчас мальчику тоже наград.